Сраный бойскаут! Пошли, пошли! Что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Плохо дело. Брат, да Америка основана террористами для террористов. Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Историю пишут победители. Как ты вообще в морпехи попал? Да я и сам удивляюсь. Черт, контакт! Понял. Бродяга главный, я бродяга 1-3. Нужно эвакуировать раненых. Прием. 1-3, думаю, это возможно. Ждите инструкции, конец связи. Слушай, с этой хренью что-то не так. Ага, я вон что нашел. Это очень плохо. А вот тут вторичное! Вторичное, так точно! Блять, ребятки, мы привлекаем слишком много внимания. Ты что, провод не можешь обрезать? Я не буду ничего резать, пока не пойму, куда он идет. Блэкберн, ты пойдешь. Иди по проводу. Ну что там, Блэк? Проследи этот долбанный провод. Я
Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились? Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне, сэр. Потому что вы все равно будете меня пытать? Это давно уже не наш метод. Мы вас просто поставим в угол. Класс. С другой стороны, у меня есть идея получше. Я дам тебе выбор. Выбор? Какой выбор? Ну, перестань. В чем дело? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, мистер? Имчи! Ублюдок, руки! Святые угодники! Блэкберн, рад тебя видеть, брат. Через полчаса тут, бля, будет каждый сам за себя.